И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и мы продолжаем играть в Панцар. Сегодня у нас пятница, это означает, я играю за паладина, и со мной играет персик за танка. Здоровайся. Нет, за берсерка. Здоровайся. Всем привет. Ты за берсерка, да. Ты же за берсерка. Да. Хотел сумочка, чувак, как обычно, у меня все. Как в предыдущем видео там задумался вместо того, чтобы это сказать, за кого я играю, начал говорить, когда я играю. Все, короче. Ладно. Все равно они пидорги все. Манал я их всех. Вертел я их. Слава богу, мы здесь самые такие. Самые батьки, короче. А, кстати, то у нас танка нету, да? У них танк есть. Да. Вот фигово, короче. У них ну, есть танк, но у них. Ой, нет. Я в инквизитор уперся. А, нет физики, вот, все. Как тетей, короче. Сейчас я затащу. Так, давайте, короче, там убивайте всех, вот всех и вся. Мы эту точку захватывать будем? Нет, ну ладно. Конечно будем, сейчас я такого убью кого-нибудь. Сейчас застилю, сейчас застилю! А, 255, я постык. О, 225. Эх! Ух ты! Не-не-не-не-не-не, спокойно. Прикинь, там просто пушка стояла, я его не заметил. Да, мы сломали, сбегали. А, сбегали, да, все ладно. Да, есть там синий свечек. Желтенький есть. А, тебе синенький надо. Ну сейчас накоплются, пап. А, ну там пока не приходит. А, уже обороняйтесь. Ну ладно. А, ну нормально, хоть все респанутся. Это вообще. Нет кого обороняйте даже. Да стой, ты инквизитор, ешкин кот. Я тебя пихиля хоть ЦБ пополню. О, они бегут. А, тупой инквизитор, а? Не хочешь схиляться? Вообще, да. Они толпой пошли гномов сносить. Убить мелких. Низкоросликов. Или как их называют? Да, низкоросликов. Ты прикинь, сорка. Сорка, живи. Хэштег сорка, живи. Хэштег уже я сам живи, блин. Легче? Ёпта. Обломись, козел. Я сорку убила. Блин, пока сорку пытался спасти, сам в итоге чуть не сдох. Конечно, потом сдох все равно. Ты где там? А, сейчас респонус 14 секунд. Да, меня добили. А там мне и сорка стреляла, и этот инквизитор бил. Да вообще вариантов не было. КС Панзар. Интересно, он написал КС типа Counter-Strike Панзар, типа он и то играет, или КС это его инициалы? Не знаю. Ну, а вот меня такие тупые вопросы иногда интересуют. What? Наш? Пускай, да. Слава богу. А то я боюсь подходить, даже близко пытаться. Канонир. Нифига себе, меня тут убивают. Пришел, называется, помочь, похилять. По-дружески, у меня еще ману нафиг. Носи! Ману. Вот это единственная игра, где можно реально сказать соси и будет сосать. Причем это будет все нормально. Че, нормально все, я точку захватываю. Я так захватили. Да, ты прикинь. А, не насилуют. Вот ты пошел. Вау. А, пробиваха. Нифига себе, я думал, у него паверку ударил так жестко. О, мы отстой. Так, у нас саперов нет, да, надо порошок синий постоянно держать. Все, я уже привык, говорят, с саперами это сказывается немножко на этом все. Да идите в жопу, да, нафиг. Точку ставим хотя бы для приличия. Захватим ее и потом будем. Думаешь, получится? Сейчас они приползут же, уроды. Иди ты, вот. Я тоже хотел так же сделать, но я доверился твоему опытному мнению и твоей тяжелой дубине. О, дай добью. Да ну нафиг. Короче, мне, все, короче, мне нельзя пытаться никого добивать. Надо запомнить, это главное правило. И пытаться ударять даже. О, я хоть ЦП набью. Так не сильно, хотя дамаж, но там хорошо. О, желтой. 10 ЦП теперь он тратит, на том хорошо. Сейчас, кстати, реально, 20 ЦП и все, фулочка. Мне очень часто... Не, все, не надо пытаться добить, не надо. Я только замахиваюсь добить, кто-нибудь обязательно вздыхает. Ага. Чу! Нифига себе.
Ат она как она. Благо не меня. Я желтый включаю, мне пофигу. Мне надо хиляться. Полетели. Я. На тебе, гад! А вот, вот так летать, да, надо. Так, на этом тебя похилял, ты мне должен помощь дать. Ты мне просто обязан помощь дать. Вроде дал. Да вроде нет, я не заметил что-то. Ах ты, блин, ты прикинь, у нас прямо тут застраиваются. Застраиваются! Нет! Пошел отсюда! Вали на землю! Ломаем ему печень! Так. Нормально нафиг все. Я это. Вот как-то. А, ЦП копить, ЦП копить. Какой нафиг? Хилять это хорошо, а ЦП копить тоже нужно. На тебе, овца! Оу! Ты прикинь, заблокировалось. Убийство. 2000 хп с поверки. Какой медик, нафиг, я сам чуть полудохлый. Медик. Ты бежит, хромает. Ой, у меня мана закончилась. О, ну ЦП набью, точно, ЦП же надо набивать. Вот мана была. Ну там пробуйте иногда там пореже бегать. Так приходится с ними. О-о! Просто с орка в яму прыгает. Да не достанешь ты никому, блин. Так, ну все, вроде ЦП накопил. А, мертвая? Господи, я думаю, как так-то, блин, уже на вражескую туму. Все, нормально, я прыжки включил, а желтенький еще остался. Че, жмем на респе? Перелетел. Вау! На тебе 3200, прикинь, просто. Вот это я вообще затащил. Точка, 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 что? Да, судя по всему, все нормально. О, помощь, я тащу. Сейчас вдарю! Ай, нет, не вдарю. Ой, сейчас добьет. Вот козлина. Не, не надо пытаться ударять, короче. О, у меня тут же за убийство. Я одного убил. Нифига себе. Это они там точку, что ли, пытаются захватить? Да. А. А, они пробили стенку. А, там стенки не было? Дрова там скинь, ее закрыть можно. А, а чё мне казалось, что там две стенки? Вот меня глючит. Ну, одна была, вторую сломали. А, сломали таки. Да. Значит, меня не глючило, и на том хорошо. Сделал мега-высер дровами. Живите все! И да пребудет с вами сила! Порошка. Дал пробивал. Она даже урон не нанесла. А, подожди. Наш? А, наш? Да-да. Господи, ты мне просто там это, пушка продамажила, я думал не наш, я побежал из него. А то, что я бы сдох, все равно вообще пофигу. Это, рефлекс самосохранения сработал. Да стоять! Куда нафиг все? Дайте ЦП набить. Кто там орёт нафиг? Ты что орёшь, блин, ты фул хпшный? О, паверка! Паверка! Опять же нафиг. Видишь? Я лучше схилять не буду. Нельзя оттуда прыгать, короче, я понял. Ой! Ой! Нафиг. Оу, ты прикинь, если сложить всех помощь вместе, я все равно буду лучший. Офигеть, вот то самое чувство, когда ты доминируешь над всеми. Сегодня день доминации. Желтенький и вперед. Ну вот, блин, я пришел, называется. Просто бутыль пить. Да я вообще по случайности его нажал. На! Ишь ты, пришел ты мне! О-о-о! Давай, 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 давай! Я успел хотя бы раз ударить, но там хорошо. ТП все дела. Да ну нафиг в спину! А как? Не в спину? Это у меня спереди он так дамажил, что ли? Вот это поворотся в эти дня. Не, почему в спину получается? Не да не, там наши сидят. Не-не. Вон они, вот по дереву сидит. Да не, да, я имею в виду в спину мне это. Я думал, что около ворот сидят, около стенки. Mm. Они так в лицо надамажили, как будто в спину. Просто там мега дамаг летел. Так. Я где? Перекапывался. Срочно ты. А где ты? Я на точке. На точке.
А, это была поверка. Все, вступай с миром. У меня цепь ману высосали, тваря. Я хоть цепешечку набью, на том хорошо. О, гномов, наверное, хилять надо. О, вот оно, ЦП приходит. Праздник нам приходит всегда, Кока-Кола. Вот, вообще, сейчас, короче, буду тащить. Вот, сейчас помощь, короче, набью. Прям, просто убей кого-нибудь теперь. Вот, все, можешь убивать. И всего 5. Да. Я не затащил. Ой. Я сейчас так. Боюсь умереть просто. Да не бойся, все нормально. Я тебя хиляю. Я вот сейчас сам сдохну, походу, дела. Пошел в жопу! Лучше по обрыв спрыгнул, нафиг, эффект одинаковый был бы. Еще бутыль, наверное, в КД отправил. А, ну мы все равно выиграли. И что это было? Что-то не туда и не сюда. Да я что-то думал, я попаду по этому по берсерку, он так подойдет. Он тебя обманул, тролль 10 левела. Я защищаю точку. О, сейчас блеванет. А на постройке это пофигу. Вот лошара. Подхил. О, прям вовремя. Я знаю, когда надо хилять. Я супер хил. Нафига я 5 ману включил? Нормально. Ах ты шёпта, обогнала. Под конец. Ну да. Твоими убийствами не спорил. Нормально. И на том хорошо. Ну а я с вами буду, пожалуй, прощаться. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ну и, конечно же, делитесь моими видео с своими друзьями. Всем удачи и всем пока.